Снова доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая моделька. Это будут беговые кроссовки, друзья, для бега и тренировок. Называются они Transporter Modern. Вот, размерную сеточку можете видеть на экранах. Стоят они 6500. Выполнены они из 100% текстиля, друзья. В принципе, такие довольно-таки простенькие кроссовки, но мне понравился цвет на самом деле. Довольно-таки интересный красный цвет. Это беговушки довольно-таки легкие. Я бы сказал, очень легкие. Верх у них выпал из текстильной сетки. Таким вот такой вот вязочкой, как мы можем видеть. Используется небольшой логотип Puma. Вот тут вот он резиновый. Есть такая же модель в черном цвете. Вот полностью черные. Есть вот такие же красные. Вот. Я решил показать красные. Черные они не особо интересные, просто черные, да. Вот. А эти вот именно красные, они цвет такой довольно-таки яркий. И вообще на моем канале редко бывают красные кроссовки. Вообще я их редко вижу у нас в магазине. В основном какие-то черные, синие тона, цвета, да, бежевые. Вот. А тут пришли красные, и очень меня удивили. Что-то новое, что-то такое яркое, что-то свежее, вот, поэтому решил вам показать. Значит, промежуточные подошвы, друзья, выполнены из пенополиуретана. Вот, кстати, что хочу заметить, не особо он мягкий, чуть средней жесткости, даже чуть выше средней. Не знаю, как по амортизациям, по идее, беговая обувь, она должна хорошо амортизировать, но проверим. Вот, подметка здесь выполнена вот таким вот слоем износостойкой резины. Таким вот протектором. Вот внутри у нас используется текстиль. Задник вот тут вот мягкий, довольно-таки тут пролом сзади. Пятка высокая, что хочу заметить. Стелька выполнена из пеноматериала без активированного угля. Сама стелька здесь тоже красного цвета. Язык тоже текстильный, с логотипом Puma на язычке. Шнуровка здесь полуплоская, тоже красного цвета, в тон. В принципе, цвет интересный, моделька интересная по поводу проклейки. Ну, тут вот есть небольшой косячок, клей, да, вот. Вот, выпирает, а так в целом неплохо, но это может быть просто этот размер. В целом вроде неплохо. Особых прям таки чтоб косяков-то вроде нет. Сейчас второй посмотрим. Ну да, немного виден клей. Не то чтобы очень сильно, совсем чуть-чуть. Так, местами. Что, давайте их померим. Посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мерить. В общем, друзья, померил, что хочу сказать. Давай сначала пройдемся по плюсам. Плюс – это легкость, комфорт. На среднюю колодку они рассчитаны. Вот. По минусам
довольно-таки дубовая амортизация. То есть все-таки эта модель больше не для бега, друзья. Это модель именно для тренировок, да. То есть какие-то силовые нагрузки, тренировки, фитнес, да. Но бег, нет, друзья, не советовал бы в них бегать. Они все-таки жестковаты. То есть отобьете себе ноги. Амортизация здесь очень-очень не ахти. Не ахти, друзья. А вот тренировки, что касается силовых нагрузок, фитнес какой-то, легкие веса, да, там наборные веса, то есть, ну, так вот, в зал. Для тренинга эта модель подойдет наилучшим образом, потому что они довольно-таки широкие, хорошо фиксируют ногу, также жесткая пятка, вот, плюс хорошая устойчивость, так как промежуточная подошва довольно-таки жесткая, вот, а, жесткая, друзья. Дубовенькие они, дубовенькие, конечно, я ожидал что-то более такого мягкого, так сказать, да, если, ну, раз написано, что они для бега и тренировок, ну, то есть не бывает универсальной обуви, либо бег, либо тренировки. Конечно же, эта модель подходит для тренировок, для бега пока что самые удобные кроссовки, которые в нашем магазине, друзья, я видел, это вот эти вот, посмотрите, ссылочка вот тут будет в правом углу. Ссылочка на эту модельку очень удобная и комфортная вот для бега. Очень хорошая амортизация. Это 361 Degrees бренд. Советую посмотреть те, кто хочет выбрать себе мягкие, комфортные, удобные беговые кроссовки. Это же, друзья, чисто тренинг. Фитнес-тренинг, да, какие-то легкие нагрузки, как я уже сказал. Поэтому смотрите, если вам эта моделька понравилась, приходите в магазин Спортмастер, мерите, при желании приобретайте. Также вы можете сделать на них 15% скидку по промокоду, вот этот вот QR-код в левом углу экрана, друзья. Наведите телефон, скачайте, зарегистрируйтесь, получите 500 рублей на следующую покупочку. А также можно использовать промокод на 15% скидку, друзья, на первый онлайн-заказ. Можете заказать курьером. Вам привезут на следующий день товар. Доставка 1000 рублей бесплатно. Вот поэтому это, в принципе, выгодно. Также там бывает очень много разных промокодов на скидки. Вот там есть каталог. Можно ознакомиться с товаром, почитать его характеристики. Очень-очень много всего полезного. Так что пользуйтесь приложением, друзья. Вот такая штука. Вот. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам счастья, любви, да, самое главное, крепкого здоровья, друзья. Носите удобную, комфортную обувь и будьте здоровы. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Михаил. Всем пока-пока.